Продолжаем работу. Второй день у нас. Так, отрихтовано крылышко на Гранд Витаре. Все, прикинули фару, бампер. Все отлично становится, зазорчики. Сейчас надо будет чуть-чуть поработать со шпаклевкой. Перетер я уже грунт на дверьке от финика. Вот. Так, это все выглядит. Это вот то, что сейчас здесь, это протирчики были тут по краям. Вот в этом месте был протирчик. Сейчас я баллоном это все дело подбрызгал. Специально заранее, потому что у половские баллоны, они мне, вот, мне как-то не очень нравятся. У нас он может, потому что мы такие купили, толстослойный очень грунт, и он, ну, прям пшикает, я вот сейчас... Пшикает, что за слово дебильное. Короче, нет у него такого легкого пыла, который потом собрал салфеткой и покрасил. Ну, на таком цвете, на черном, хотя этот цвет, он как тоже очень эффектный, я потом покажу, это не черный цвет. Вот, но на серебре, если вот на такой вот покрасить, короче, будет все печально. Поэтому потом я это все ультрафайном пройдусь. А, кстати, пройдусь не ультрафайном, привез я с Беларуси на пробу. Мне там дали, не дали, купил я вот такой абразив тремовский. Такой тут вот 600-очкой. Потом это все дело на колодочке пройду. Вот. Так, краска еще не подобрана. На финика еще колорист воюет с цветом. Так что вот мне еще осталось тут внутряночку добить. Ну и сегодня планирую покрасить Infinity, извиняюсь, и загрунтовать Suzuki. Вот такой план действий. Так, это пускай все стоит. Сейчас буду заниматься Гранд Витарой, крылышком. Я его подготовлю на машине, а потом откручу и уже грунтовать буду на вертолете. Ну все, погнали. Так, крылышко я подготовил. Под шпаклевание. Все разработано. Тут 80 на машинке. Граничка 180, уже все обезжирено. Ну и как с дверькой я показывал вчера, стекло и потом софт. Хочу показать, так, стекляшка перетерта. Вот здесь вылезли шишки, вот в этих местах. Ну, не то что шишки, но ощутимые, скажем, бугорки. Я их осадил. Вот, есть порки. Надеюсь, камера передаст. Порки, значит, пор обязательно выдул воздухом всю пыль. Уже все обезжирено. Сейчас будем софтом мазать. Но не сразу все. Изначально я сейчас софтом пройду вот эти места, которые я осаживал молотком. То есть их сначала замажу, дам подсохнуть, и потом уже стяну полностью все крыло. Промазал первый слой. Сейчас дам подсохнуть, подрежу ребрышки. Так, наверное, не видно их. Ну вот, вот ребрышки видны, потом их подрежу и уже полностью стяну. Сохнешь, поклевочка. Чего лампочка потухла? Все, крылышко готово к грунту. Я тут обклеился. Уже все обезжирено. Значит, сейчас придем кислотником. Открытый металл. Вот так все вышло. Форма, все. Все хорошо. Так, значит, кислотником открытый металл. Ну и где на шпаклевку попадет, ничего страшного.
Там снизу вот тоже открытый есть. Вот. И потом наполнителем, наверное, здесь два, ну, может, три слоя положу наполнителя. Сушка инфракрасная, будем сушить. И сегодня же это все надо мне и покрасить, бампер и крылышко. Ну, в процессе еще покажу. Ну вот, крылышко отгрунтовано. Еще мокрое. Сейчас покажу. Так все выглядит. Вот такая шагренька. На три слоя я залил. Вот так. Еще, кстати, пишите в комментариях. Хотел спросить, вот это вот мерцание света, как, ну, когда смотрите видео, сильно оно напрягает? Так, начал я уже крыло перетирать, что-то сразу забыл. Ну, там, в принципе, ничего интересного не было. Так, я, короче, уже прошел на колодочке 240. Вот, сейчас проявку нанес, сейчас 320 на более мягкой, чтобы перебить риску. И потом сейчас, в принципе, покажу. Ну, приходится пока пользоваться приложением. Привыкнуть к камере, как она снимает. Так, значит, 320-ка вот на таком жестком. Ой, 240, извиняюсь, на жестком. Потом вот такая у меня есть колодочка. Она, ну, не очень мягкая, но мягенькая. На ней 320-ка. Сейчас перебью риску от 240. И потом на машинке 400 и 500. Машинка трешка. Сейчас дотираю крыло. Бампер у меня уже готов, перетерт. Бампер перетирал 400-ка на машинке, на жесткой, ну, без мягкой проставки. И потом с водой тысячной, потому что, ну, не везде удобно вот там дотереть. С водой тысячной, канты все, потому что канты стараюсь и то вот протер. Это сейчас потом перед покраской непосредственно баллончиком все это дело подпшикаю, подгрунтую. И скотч Брайтом серым, тоже с водой, весь бампер. Ну, я пластик, в принципе, доготавливаю всегда с водой. Все, сейчас доготавливаю крылышко. Значит, здесь будет, здесь буду матовать под лак тысячным трезаком, чуть-чуть с водой. Так, все разложено, готово. Сейчас пройдем протирчики. Привезли сегодня баллончик. Там слышал отзывы, что неплохой баллон для протиров. Юпол троечка, третий номер. Вот, но он раньше позиционировался как баллон по пластику. Там прям на нем было написано пласт. Сейчас покажу. Сегодня к нам приехали баллоны. Сейчас я выключу звук. Пацаны там на рации разговаривают. Так, приехал вот баллончик. Вот так он сейчас выглядит. Спот, третий номер. Универсальный спот праймер. Грунт для точного ремонта. Цвет серый. Так. А, ну,
Юпол.ком, техничку, сейчас почитаю техничку, что написано про этот баллон, очень интересно. Ну и попробуем его заодно, пройдемся по квартирам, посмотрим. Потому что были, раньше пользовались вот такими баллонами, пятерка, Хайт, он очень, ну, толстый. То есть его нанести на протир без шлифовки, ну, нереально, потому что капли реально остаются. Если это будет цвет там серебро, скажем, ну, что-то, какой-то светлый цвет, то потом останутся точки, ну, как бы вот эти крапельки, как их правильно назвать, вот они будут видны. То есть надо в любом случае подшлифовывать. Я дома пользовался баллончиком спектралом, вот, ну, и такого не было. То есть я наносил на протир, потом, ну, давал ему просохнуть, салфеткой вытирал, и даже на серебре, вот, даже зону вот этой опыла никогда не было, то есть ее не было видно. На этом же баллоне, ну, она будет видна. Я не экспериментировал, конечно, но я уверен на 100%, что она будет видна, потому что он очень толстый. Вот, ну, все, сейчас еще раз все обдую, обезжирю. Так, надо еще развести краску. Краску нам дают в густом виде. Вот краска Сузуки. Разведу красочку, одену костюм, маску. Ну, все приблуды, не знаю, может, вас поставлю где-нибудь на покраску, поснимаю. Ну, интересного тут особо ничего не будет. Красить буду сатами. Сейчас, а нет, ладно, покажу потом. Пистолет уже непосредственно перед покраской. Все, иду готовиться. Так, там рация пикает. Так, все готово. Сата, трешечка, швелпи. База замешана. Тут антистатик на готове. Что хотел сказать? По поводу этого баллона хотел сказать. Понравился? Блин, вообще крутой, короче. Опыл ложит грунтец прям пленочкой тоненькой-тоненькой. Короче, его я точно шлифовать не буду. Ну, не знаю, насколько камера передаст это. Ну, очень круто. Я прям, ну, сейчас, конечно, руками трогать не буду. Это все, тут уже все обезжирено. Вот. Ну, вообще, пыльчик минимальный. То есть, тоненький-тоненький. Вообще, бомбецкий грунт. Вот мне, ну, очень понравился. Сейчас буду заряжать базу. Пистолет. Пока мне не пришла сагола. Вот, будем красить сатой. Ну, наверное, все. Сейчас я куда-нибудь придумаю поставить вас. Чуть-чуть поснимаю. Надеюсь, что все будет нормально, без всяких вопросов. Так, времени у нас 10:30. Ну, как обычно. Вот, ну все, вперед, в бой.